Отличный помощник школьнику – мобильное приложение My Homework. Это электронный дневник «Все в одном». Расписание уроков, домашние задания, график проектов. Он все запомнит и, когда необходимо, подскажет, что нужно выполнять ученику сейчас. А если зарегистрироваться на сайте программы, то пользователи смогут синхронизировать свои списки дел и напоминания с другими устройствами. Приложение Duolingo поможет самостоятельно выучить иностранный язык. По статистике, эта программа в списке самых скачиваемых в категории образования. Процесс изучения языков в Duolingo происходит в игровой манере. Пользователи должны продвигаться от уровня к уровню, зарабатывая опыт. Русскоязычные пользователи могут учить два языка – английский и немецкий. Отметим немаловажный факт – приложение полностью бесплатно. А это одна из самых подробных и точных карт мира в iTunes. Атлас от National Geographic понадобится школьникам и студентам любого курса. Приложение позволяет узнать общие сведения, статистику и факты о конкретной стране или городе, что пишут об этом месте в новостях и какая там сейчас погода. Кроме того, Атлас позволяет вычислить расстояние от одного пункта до другого, перевести валюту, вся представленная информация достоверна, проверена и подкреплена ссылками на оригинальные источники. Одно условие для работы приложения – требуется соединение по Wi-Fi или 3G. Ну и в завершении нашего обзора представляем самый популярный менеджер задач – Wunderlist. Данная программа позволяет делиться списками дел с одноклассниками. Можно прикреплять фотографии, документы, видео и аудио, а также создавать неограниченное число подзадач. Также можно добавлять примечания и метки, устанавливать напоминания о задачах и крайний срок их выполнения, чтобы не забыть о чем-нибудь важном.